Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Всем привет! Всем привет! Короче, тут вообще непонятно, что-то происходит. Приехал в... Ларис, доброе утро. Приехал в коммерческий центр, хотел там кое-что купить. Это... взяли всех, выгнали. Короче, сказали, что что-то там какая-то угроза. Короче, всех через аварийный вход из коммерческого центра выгнали. Чё к чему, непонятно. Вот, короче, поеду в Икею. Эти охранники, по рации, все срочно, короче, в аварийный выход. Все, говорит там, что кто-то что-то позвонили, что непонятно вообще, что происходит. Вообще машин нет, народа. Я понимаю, вы это в воскресенье делаете или еще что-нибудь. Ну, блин, во вторник. Вообще непонятно, что к чему, короче. Говорят, что террорист какой-то. Что ли, позвонили им, что ли, что? Привет, 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 Казань. Да выгнали из коммерческого центра всех подряд. Сказали, что давайте выходите, короче, поэтому по пожарной лестнице всех спустили обратно. Все, говорит, берите машину, едьте нафиг отсюда. Поеду в Икею тогда, чтоб... Вот как раз Икея. Мне тоже там кое-что взять надо. Я сейчас в Риме в данный момент. Так, куда лучше? Немножко попетляем, повиляем. Рим... Город, куда все дороги ведут, как говорят. Мы уже против течения едем. Здесь с парковками вообще ничего не понятно. А, вот как раз парковка есть, нормально. Где-то здесь встанет и все. Мото. Не, это для мотоцикла. Давайте для машины запаркуем где-нибудь здесь. Посмотрим сейчас. У вас как настроение, как дела вообще? Все ли хорошо? Виза. Вива Италия, Вива Италия. Точно. Италия Вива. Так, сейчас найдем парковку. Вот здесь вроде бы что-то. Все парковки желтые. Да, я живу здесь уже долго. Уже последние 15 лет. Вы откуда? Пишите. Откуда, чего, зачем, почем. Так, я найду сегодня парковку или нет вообще? Это что такое? Короче. Вроде рабочий день, вроде не должно быть народу вообще никого. А места не найдешь. Еще к чему из сбоку бантик. Работаешь ли так просто уехал, потому что надоело? Да нет, ребят. Я работаю в ночь. У меня ночная смена. Я в отеле работаю в четырехзвездочном в ночь. Я, наверное, здесь сейчас запаркуюсь за ними. Хотя... Не, лучше кружок дать. Вы никогда не спите. Ну, ребят, при такой работе год за пять, поэтому я сплю обычно, ну, 3 часа в сутки максимум. Работа есть для кого... Для кого-то есть... Для проституток сейчас очень много работы, кстати. Пожалуйста, приезжайте. Я так прикалываюсь. О, сюда поставлю, я все, не буду париться. Кстати, я тут слышал про, знаете, про что? И делиться экраном, да. Добрались совсем, что мужики, Юля, добрались совсем. Прикол не засчитан. Я тут слышал, что в Турции же кризис был, да? Не Турция, а Греция. В Греции кризис был очень сильный. Вот, так там очень большие проблемы именно с работой. Людям есть нечего, там медики вообще бесплатно, короче, работают в госпиталях чуть ли не за свои деньги. Вот, потому что, ну, все-таки бросать работу, место работы не бросишь.
То есть вообще... Там студентки, ну что они из периферии приезжают, там тоже работы нет. Вот, они переезжают, короче, учатся, и сейчас чуть ли, короче, не за гамбургер. Вообще ужас, что творится. Я, ладно, я вам не буду страшилки рассказывать, это я просто от людей слышал, которые конкретно там живут, вот, которые местные новости слушают, поэтому я просто вам эту информацию передаю, и что, и все. Не, здесь не холодно, здесь нормально. Я не знаю, у меня телефон температуру не показывает. А было бы, кстати, неплохо рядом с часами еще и температуру показывало бы, чтобы iPhone вообще бы хорошо было. Просто если я сейчас буду температуру смотреть, ну где-то, не знаю, градусов 10, наверное. Где-то. У вас какая температура? Вот это такой коммерческий центр большой. Тим, Маша. Вот. Люди сейчас за это отдаются. Да, вот это я слышал, что люди сейчас реально за еду отдаются, короче. Труба. Хотя неприятно об этом говорить, но, блин, реальность европейская сейчас такая. Вот мы пойдем в Икею, не знаю, посмотрим, работает у нас телефон в Икее или нет. Наверное, нет. Если отключусь, то тогда не обращайте внимания. Здесь такое местечко, народ может посидеть. Икея. Есть, у итальянцев есть такое выражение интересное. Я тут слышал где-то год назад. Не знаю, правдиво оно, неправдиво. Как говорить, никогда не знаешь, как люди в периферии живут. Почему не знаешь? Я в Сардинии, допустим, жил на периферии. Там люди живут вообще, там, короче, за 500 евро люди пашут по 9-12 часов в колл-центрах. И они это считают нормальным. Вот что самое поразительное, они это считают нормальным. Вот. Они говорят, а у нас какая альтернатива? У нас нет альтернативы другой. Ну, вы тоже так, понятно, вы, может, там в России где-нибудь, или еще, может, там, в принципе, 500 евро это нормально считается. Здесь в Икее ресторан есть большой, здесь можно, короче, покушать. Кстати, неплохо, они сейчас полностью менюшку всю перевели на био. Ну, короче, все органик фуд сплошной. Ну, да, мы в России, так сказать, другим маслом мазаны, поэтому у нас совсем другая реальность. И здесь вот все компьютеризировано. Везде компьютеры Dell, в Икее. Короче, все, что тебе надо, сплошные тачскрины, ну это, наверное, реклама. Ретировала твою. А, это чтобы карту брать. Пластиковую, чтобы сконт. Детишек можно оставить здесь. Ладно, я пойду, мне надо пару банок взять. Я тут скоро сажусь на супер диету. Мощную. На соках. Нам пофиг, я уже не. Овсянка, да. Ну, кстати, овсянка, кстати, очень хорошо и полезна для здоровья. И... Кстати, лошадям овсянку, все спортсмены овсянку едят. У них такая выносливость потом, мощная вообще. В общем, она же все сосуды чистит. Я не знаю, здесь будет интернет ловить. Мы, в принципе, в подвале глубоко-глубоко находимся. Да что случилось? Короче, в коммерческий центр зашли, нас всех выгнали по пожарной лестнице, сказали, что там какой-то что ли террорист, что ли. Короче, ничего не объяснили. Вообще абсолютно ничего не объяснили. И всех из магазина попросили в срочном порядке. Короче, под охраной всех вывели. Что такое? Непонятно. Неизвестно, что к чему произошло, короче. Я кисель овсяный, энергия моря. Вот что-то в этом роде мне нужно.